Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Дом странных детей Мисс Перегрин. Детство Джейкоба прошло под рассказы дедушки о приюте для необычных детей. Среди его обитателей девочка, которая умела держать в руках огонь, девочка, чьи ноги не касались земли, невидимый мальчик и близнецы, умевшие общаться без слов. Моана 2016 года. Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древние заклятия. Тайная жизнь домашних животных. Что делают домашние животные, пока хозяева пропадают на работе? С тоской смотрят в окно, смиренно дремлют на коврике у двери, как бы не так, они ведут свою тайную жизнь. Мира из будущего. Четырехлетний Кун наслаждается беззаботным детством, пока на свет не появляется его маленькая сестра Мирай. Так как младенец забирает все внимание мамы и папы, мальчик очень ревнует родителей к сестренке и часто прячется на заднем дворе, где растет волшебное семейное дерево. Внезапно Кун оказывается в фантастическом мире, где переплетаются настоящее, прошлое и будущее. Три богатыря и наследница престола. Пен, путешествие в Нетландию. Чарли и шоколадная фабрика. Какие чудеса ждут вас на фабрике Вилли Вонки? Только представьте, травяные луга из сладкого мятного сахара в шоколадной комнате. Можно проплыть по шоколадной реке на розовой сахарной лодке. Повелитель стихий 2010 года. Воздушные кочевники, племя воды, царство земли и народ огня. Четыре нации были связаны судьбой, когда народ огня начал жестокую войну против всех. Прошло 100 лет без надежды что-либо изменить в этом мире. Народ огня почти близок к победе в войне. Оказавшись между борьбой и храбростью, юный Аанг понимает, что он аватар, обладающий силой повелевать четырьмя стихиями, и то, что только он может вернуть баланс и восстановить мир на земле. Вместе с юной повелительницей воды Катарой и ее братом Соккой он отправляется в путешествие. Оз. Великий и ужасный. 2013 года. Когда ураган забрасывает циркового фокусника Оскара Дикса из пыльного Канзаса в волшебную страну Оз, склонный к мошенничеству циркач полагает, что он поймал удачу за хвост. Ведь с помощью своих трюков он с легкостью может добыть в новых землях славу и богатство. Однако его ждет встреча с тремя чародейками – Теодорой, Эванорлой и Глиндой, которые сомневаются в том, тот ли это великий волшебник, появление которого ждали легковерные жители страны Оз. Волей-неволей пришелец оказывается втянутым в противостояние эпического масштаба, и ему приходится использовать весь свой магический арсенал с добавлением толики настоящего волшебства. В ситуации выбора между добром и злом Оскару Диксу предстоит не только стать великим и ужасным волшебником из страны Оз, но и немного измениться к лучшему. Холодное сердце 2013 года. Когда древнее предсказание сбывается, и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев, принцесса Анна, отважный Кристоф и его верный Ален Свен, отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая может снять со страны леденящее заклятие. По пути их ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений. Встреча с мистическими троллями, знакомство с очаровательным снеговиком по имени Олаф, горные вершины покруче Эвереста и магия в каждой снежинке. Анне и Кристофу предстоит сплотиться и противостоять могучей стихии, чтобы спасти королевство и тех, кто им дорог.
Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!